Арабская коалиция в Йемене по ошибке разбомбила своих союзников. Как сообщает Рейтер, погибли не менее 30 человек. Авиаудар нанесли по военному лагерю в провинции Таиз, где располагались солдаты президента Йемена Абд Рабу Мансура Хади, которого коалиция арабских стран во главе Саудовской Аравии поддерживает. В Йемене продолжается вооруженный конфликт между повстанцами-хуситами и войсками президента Хади, на стороне которого выступает арабская коалиция. Это уже не первая подобная ситуация. В июне этого года коалиция, опять же по ошибке, нанесла удар по представительству ООН в столице Йемена Сане.